what you said you didn't receive. What you said you didn't need. That girl is a real crowd please. Хей, Ютубу, хей, ВК, с вами Apple 3.2, и да, сегодня мы с вами продолжаем играть в Secret Neighbor, и да, не будем долго медлить, давай погнали. Так, что у нас тут? Открой замки, понятно. Так, понятно, сейчас мне надо будет взять лидера. Лидер, где ты? Ага. Так, выиграйте матч, сохранив половину замков нетронутыми. То есть, получается, ну я понял, да, мне нужно половину замков оставить. Просто. Так, погнали. Так, вот это я возьму. Так, мне надо воодушевление делать. 15 мне таких надо сделать. Там кто-то уже вышел. Так, тут ничего. Тут ничего. Так, ну это первый... О, все, открыли. Открыли, я погнал. Так, первого уровня вообще мне не нужны карты, потому что они, в принципе, бесполезные, в смысле? Ах ты, бля. Промахнулся. Ладно, пофиг, уже поздно, все. Второй уровень. Воодушевление. Открыть. Закрыть. Закрыть. Ага. Блять, вот это мне вообще не нравится. Я... Да! Пошел в жопу. Бежать. На тебе. Да, блин, чё-нибудь, чё, на кого, на, блин, на тебе, нет, да нет, сука, в ловушку меня поймал, а, я жив, бежать, да ё-моё, всё, понятно, я, короче, побежал. Иди ты в задницу. На тебе. Бежать. Бежать. Брать. Так, теперь здесь открывать. Ничего не знать, горе не знать, счастье не знать. Открыть. Оп. Понятно. Туда. Да, блядь, возьми ты коробку. А, где-то здесь. Там он, вон там. Так, он дымовуху кинул. Вон он. Да, ты задолбал. Так, я караулю его сейчас. Ну где ты там? Я не понял, что ушел, что ли, оттуда? Он где-то там открыл. Сделаю, а то мне надо. Вот это бери, все бери.
и молоток возьми, а то по харимбу заедем, если чё. Вот так, по приколу. Он вот здесь вот где-то. Это второй уровень, а второй уже не нужен. Ключ. Прекрасен он могуч. Гоняет, ставит туч. Вот он, синий ключ. Да возьми ты монетку, ё-моё. Всё. Синий. Отлично. Все. Да-да-да, я понял. Так, тут что у нас? У нас это... кастрюля. Я вас понял! Куда? На тебе! Ах ты! Скотина! Бля, ну я не могу. Я сейчас туда кочурюсь. А куда он уполз? А куда он уполз? Я что за тобой слежу, дядя? Ты можешь быть не ты. А, нет, все, это он. Понял вас. Вот это на всякий случай возьму, выпью. Чтоб по хариму зарядить так хорошо. Так, мне нужно, короче, два красных, один желтый. Понятно. Будет. Я пока монетки пособираю, потому что монетки нужны вообще в любом деле. Абсолютно. Ага. Так, открой так. Тут у нас чё? Ничего, тут у нас чё? Ничего. А, он там. Он там. Так, а ворон у нас наверху. Уже наверху искать. Где лестница? Я, короче, наверх пошел, потому что ворон туда указывает. Пошел в жопу. Ах ты. Я вас понял. Бежать. А-а-а, понятно. Ладно. Да. Действительно. Ну это все, это фиаско, да. Так, все, сосед, короче, у нас победил. Сколько тут собрал? 10 монет. Ну, пойдет, кстати говоря, пойдет. Можешь завернуться. Так. 11. Мне еще 4 раза надо сделать. Хорошо. Давай. Так, погнали. О, этот дом. Кстати говоря, его давно не было. Ну, хотя все-таки больше бы хотелось классический дом. Ну, да ладно. Пофиг, в принципе. В принципе, его давно не было. В принципе, можно в него поиграть. Так. Блин. Вот это я сразу беру, тут даже ничего не буду вот это смотреть, потому что смысла нет, все равно ключей нет. Все. Второй, я сказал второй, второй. Все, отлично. Тут ничего нет. Блин. А можно не надо? Можно не надо, ты ж по-любому сосед. О! Сука! Ну кто-нибудь, ну... Да блин!
Так, сосед победил, но это ясен пень, думаю, тут объяснять вообще не надо, так. Две. Всего две монетки. Охрененно просто. Ну, зато, кстати говоря, выполнил, да. Хоть в чем-то плюс. Так, открой замки. У меня только один сделано. Так, давай, наверное, поиграем теперь за этого. За кого я давно не играл? Я давно не играл за инженера, за изобретателя, вернее. Давай с него поиграем. Погнали. О, это мой нелюбимый дом. Ну да ладно, пофиг. Ого, вот это, конечно, сразу монет понахватал. Так, вот это я сразу беру себе. Ну, давай надень на всякий случай. Да как, какой дошик, какой... Ой, блядь, сорян, не хотел. Какой нафиг дошик? А, все, разобрали уже. Я не хотел дошик брать, я хотел взять эту кастрюлю. Первый уровень. Охереть, вы как так быстро все открыли-то? Ребят, вы чё на? Инопришленцы, что ли? Тут нету. Вот здесь может быть ключ. Я тебе сейчас по голове дам. Возьми. Зачем ты стул взял? На кой хрен тебе стул-то вообще? Так, тут клей. Тут у нас что? Ничего. А тут что? Уже ничего. Там буквально карта лежала, ее уже стымсили. А это что? А это просто так. Понятно. Сколько там уже открыли? Я что-то даже не... 4 вроде там открыли, а там всего 6. То есть ты прикинь... Получается, там осталось всего два ключа. Каких именно, я вообще не знаю. Вот абсолютно. О, уже кто-то за меня это сделал. Все, остался последний ключ. Дайте хоть мне, блин, открыть его, а. Последний-то. Пожалуйста. Пожалуйста, ну будьте вы людьми-то, ё-моё. Это себе. Ну хотя смысл, если в принципе мы уже почти все сделали. Сюда мне надо. Так, стоп, а зачем, если я могу сюда пройти? Действительно, я не знаю зачем. Я как-то пытался выморачиваться. О, вот это мне надо. И вот это я тоже возьму. Я, короче, пошел. А, ну, да, действительно. Понимаю. Хорошо. Нет! Я сказал нет. Все. Отлично. Успел. Так, все, дети победили. Правда, я ни одного вообще замка не открыл. Да и похер на самом деле. Сколько тут у меня? Ну, понятно, как обычно, короче. Так. Ну, да, у меня так же. Ну, хорошо, да давай еще раз. О, я Михалыч, я вас понял, хорошо. Вот это вот возьму. Я буду чисто шестеренки врать, чтоб... Мое, я сказал. Так, это на сет дом, да, я вас понял, все. Хорошо. Чё я могу сколотить себе? Я могу вот это себе сколотить.
Приветствую вас. Не входить сюда, я сказал нет. Ага. Все. Михалыч в деле. Так. Иди сюда. Зачем ты карту выбросил? Карта тебе нужна. Так. Поставь капкан. Отлично. Давай, давай, все в капкан, вперед. На тебе. Ё-моё. Да что ты взял вообще? Куда ты делся? Как ты не... А, не, все поймал. Открой! Блин. А, клей, по-моему, да? Или не клей, я не знаю. Нет. А почему я так медленно двигаюсь? Чё за фигня? Почему я медленно так двигаюсь? Чё за херня? Не, реально, а чё это за фигня была? Почему я так медленно двигался? Вырубай шарманку. Так, они все там. Пошли-ка со мной. Вот это, наверное, нежданчик для него был. Блять. Сюда, я сказал. Вот почему, когда я этого беру, я начинаю медленно двигаться. Что за херня? У меня такого раньше никогда не было. Или это какая-то новая фигня, что, типа, когда ты берешь багера, из-за того, что он, типа, жирный, он... Его трудно взять. Походу, да. Да вы достали уже. Короче, лови камеру. Блядь, не попал. Пофиг. Да, это точно с ним обновили эту фичу. Самолетик надо взять и запульнуть кому-нибудь в харю. Вот, допустим, вот туда. Оп. Пошли-ка со мной. Ну, естественно, со мной не уйдешь. Ну, это естественно, да, я ничуть не удивлен. Пошли еще раз. Ой, бля. Да прям в последний момент, да что ж ты делать-то будешь? На тебе. Я сказал, не смей. Да вы достали меня уже, блин, закидывать. Все, я, короче, вот так вот. Блять, ключ возьми, кстати говоря, да. Чтоб никто не взял его. И сюда. Я сказал, иди сюда. О, отбил. Стул стулом отбил. А я знаю, что я лучше возьму. Я лучше вот это вот возьму. Вот это. Где они там? Где они? Они здесь где-то или чё? Или чё? А, они там. Давай! FBI, open up! Вы задолбали вы меня уже? Ой, как ровненько попал! Прям ты видел, как это хорошо сейчас было.
А теперь... Блять, не знаю, на что я надеялся, я просто думал, что... А, подожди, по логике, да-да-да-да-да, я с ним упал, значит, он тоже обездвижился. Сейчас я его будет легче его это... уничтожить. А, нет, уже не будет. Ну, потому что меня в любом случае тот чел опять закидал бы, так что да, у меня не было выбора. Я тебе прям кричу, по-любому меня еще раз закидал. Нажми! Куда, сука? Вы что, братаны, что ли, или что? Почему я вас вечно рядом вижу? Ё-моё! Нет! Сука, кто раскидал тут коробки везде? А, да, это ж типа сосед раскидал, да ё-моё, их трое теперь. Короче, у меня есть идея. Плохая, но идея. Ага, я ж говорил, что попадешься, скотина. Но это ненадолго было. Ну они, вот они. Хера вас там! Не, все. Да я не выиграю их, вы что, угораете? Они теперь будут везде вместе ходить. Это бессмысленно сейчас будет. Да! Наконец-то, блин! Ну все, теперь ты. Теперь ты, братан. Ну-ка, иди-ка сюда. Эй, иди-ка теперь сюда. Эй, ну-ка, ну-ка, открой, 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 открой. И стульчик свой лови обратно. Все. Вот, как сразу того смысла поймал, так все, теперь даже вообще все проблемы исчезли. Так, тут никого нет, понял. Радар. Вон они. Иди-ка сюда, дядя. Ах ты... Коробка, блин. Отлично. Все, сразу все проблемы испарились, как я того поймал. Все, теперь давай последнего. Подрубим радио для страху. Не понял, что не нажал, что ли? Вообще где-то там ходит. Дядь, ты вообще ты где там? Он на улице. О, вот это мне нравится, вот это ставь. Сразу Альфа-1 вспоминаю. Здорово! Все. Просто отлично. Так, давай, наверное, еще вот одну игру сыграем, и все, на это, пожалуй, закончим. Ну, может быть, две. Давай, хорошо, две. Давай две игры сыграем, и все, на это, пожалуй, закончим. Ой, я, кстати, выполнил. Отлично. Офигеть. Так, давай последний сыграем. Давай за кого-нибудь... Давай за какой-нибудь Brave сыграем, потому что я за него уже давно тоже не играл. Кстати, это классический дом. Отлично. Отлично. Прям вообще хорошо. Так. Монетку с собой. Какой клей? Не, клей, конечно, быть может, мне тоже понадобится. Но лучше, пожалуй, басуху возьму. Буду хоть играть. По приколу. Зачем ты басуху выбросил? Да ё-моё, возьми басуху обратно.
А, почему ты вечно басуху вот выкидываешь? Да какая шоколадка? Ладно, пофиг, короче, с басухой. Хрен с ней. Так. Закрыть. Вторая карта. Ключик. Ебать, сорян, ребят, что я так заорал, но просто... А, я не могу, короче, помочь, мне ключ. Мне надо ключ тащить. Сорян. Как бы, ничего личного, просто мне нужно ключ тащить. Вот это с собой на всякий случай возьму. Да зачем ты выкинул? Я же взял, что ты кинул соседа, блин. Чё там? Ах. Все, его грохнули. Отлично. Это шанс убежать наверх. Шанс убежать наверх. Шанс убежать наверх. Понятно. Открой. Закрой. Ага, молодец. Так. Нафиг ты шестеренку взял? Зачем ты вот это все берешь? На кой тебе хрен оно вообще? Ой, я, кстати, ключ нашел. Подожди, мне вроде красный не нужен. Или нужен, или не нужен. Ладно, потом проверим. Так, третий я уже нашел. Пошли, кстати говоря, сразу на третий этаж, да? Закрой, 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 закрой. Все, молодец. Так. Открыть. Ни хрена нет, я вас понял. Так, сюда. Ай, блин. Тут ничего нет. Монетка есть. Нормально. Так, они все там снизу бегают. Это хорошо для меня, потому что он будет еще на них отвлекаться. Я им сам буду ключи искать тем временем. Так что все нормально вообще. Его там уже пиздят. Ну и правильно, пиздите его, ребята. По-моему, он того кого-то поймал. Или не поймал. Или поймал. Еще один красный ключ. Мне вроде красные ключи не нужны, по-моему, там нет красных ключей. Или есть? Еще один желтый. Знаешь, что я, наверное, вот так вот возьму. Потому что я не помню, что мне нужен был красный ключ. Я помню, что мне нужен желтый. Два желтых. Я еще сюда вернусь еще за красными, так что. Так сказать, невелика потеря. Да, действительно, ровно два желтых нужны. Вот все-таки не зря, не зря. Чуйка меня моя не подвела. Все, погнали. Все, мы победили. Сколько мне тут дадут? Ну, как обычно, да. Все понятно. 470 у меня. Так, сколько я тут? Мне два ключа надо. Так, давай, краски, последнюю катку сыграем, и все, на это, пожалуй, закончу. Как раз-таки все ровно три задания выполним. Офигеть, давно такого не было. Так, погнали. Давай. Нужно два последних ключа открыть мне, и все. И будет это все нормально. Вообще-то не здесь, еще мне нужно на первом этаже искать. Потому что обычно здесь краски ключи снова оказываются под этой вот двери. А-а-а! Вы достали уже, а? О, все. Тут ни хрена нет. Тут тоже ни хрена нет. А, ну уже открыли, да? Понимаю.
Так, тут нифига. Ну, в принципе, ничего никогда не бывает, так что, в принципе, смысла нет ничего проверять. Мне надо, короче, вторую карту сейчас найти. Что я, собственно, и сделал. И пойти ключ. Открыть. Вернее, взять ключ и открыть дверь. Два замка. Уже за меня открыли, так что, в принципе, нет смысла. Ну да ладно. Так, я буду первый. Так. Мое! Быстрее, 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 быстрее. Ни хрена нет, все понятно, так. Не тупим, не тупим, не тупим, не тупим. Так, еще один ключ, и все, и будет вообще охуенно. Только мне бы еще достать этот последний ключ. Так, монета висит на воздухе, и не обращать внимания, это абсолютно нормально. Это все нормально, абсолютно. Вообще, полностью. Тут ничего не может быть. Нет, понятно. Тогда я пошел отсюда. Там уже кого-то ловят. Так, я понял, молоко. Не! Блять, промахнулся. Все, я вас понял, я пошел отсюда. Я ни при чем, я не при делах. Разбирайтесь там как-нибудь сами, хорошо? Я пошел ключи открывать. Ой, вернее, замки открывать. О! Тут вниз есть проход. Быстрее, какой-нибудь ключ. Сейчас будет как в тот раз, блин, сзади меня появится скотина. Скот. Прям сзади меня был. Или нет? Тихо. В углу надо спрятаться. Ружье! Охуенно! Соседушка! Кириллыч! Слышишь ты? Ты куда там ушел? Кириллыч! Кириллыч, сука! Так, ну Кирилл в своем репертуаре. Ничуть не удивлен. Тут есть что-нибудь? Тихо. Кириллыч. Ну, Кириллыч, ну это твои уловки вот эти вот, они вот вообще, ну вот, никакие, понимаешь? Ё-моё! Блядь. Надо было чуть-чуть выждать побольше, ну ладно. Пофиг. Пофиг. Не, я хочу последний ключ открыть, давай. Еще один последний раз. Я хочу это сделать. Давай. Ключ. Вот это все смотреть даже не буду. Мне ну нахрен не надо. Вот так вот просто беру, в наглую пробегаю. Все, там уже кто-то что-то открыл. А, это здесь открыли. Ну тогда я подожду, пока вот здесь откроют. Так, вот он идет, открывает. Ключ, мой ключ. Все. Главное я сделал. Все, ребят, мы выполнили с вами все три задания. Так, давайте просто по приколу доиграем и все. Так сказать, на пофиге. Так. У нас что, ничего? Вот это я возьму. Фига там мы открывались, блин. Так. Тут чё, ничего. Потому что тут, по-моему, кого-то поймал. Да, действительно. Так. Ух ты, ёбаны. Так, я вас понял. Кириллыч! Блядь, где... А, вот он. Кириллыч! Слыши... Ты. Блядь! Я, кстати, спасся. Мне вообще хорошо. Я, пожалуй, отсюда вообще, значит, свалю. Потому что зачем мне вот эти вот проблемы, они мне не нужны.
Зачем ты его просто выбросил? Я его кинуть хотел. Вернее, выбросила. Я его выкинуть хотел. Так. Ну ты по-любому сосед. В принципе, ему пофиг на самом деле. Потому что главное свою задачу вот именно в этом матче сделал. Извиняюсь, не хотел. Оно просто случайно отпустилось. Вот там. Все, меня спалил. Так. Сука, Кириллыч! А, да. Круто, когда так. Я уже убежал от него, он меня поймал. Ну, чё поделаешь. Ну да ладно, свою главную задачу я сделал. Все, он сейчас его поймает, все, на это все закончится. Все. Кириллыч win. Все, как немного с опозданием эта вся фигня сработала, ну да ладно. Короче, вот, ребят, так, подожди. Сколько я собрал? 3. Ну поет, ладно. Все, 0. Отлично. В общем, ладно, ребят, ну пока что я с вами закончим. Мы с вами играли в Secret Neighbor. И да, с вами был я, Apple 3A2. И всем пока.